булочки, палки. Давай, давай, давай!
назад вернись! 10 секунд. Ваші оплески! Перший раунд позаду. 5 хвилин запеклої боротьби. Давайте гучніше обласками підтримаємо наших бійців. Попереду ще два раунди. Вот, до конца! До конца, в ногу! Вот! За контролем! За контроль, до конца, да! Грузи! До конца ногу говорю, блин, не дай! В сторону иди! Да-да-да, молодец! Креветку делай! Креветку делай! Креветку делай! Креветку! Уходи! Иди в сторону скидись, иди в сторону. Влево, вправо. Локти! Локти! Влево, вправо, Джека! Молодец, до конца. Вот. На ноги становись, на ноги встань, на четвереньки встань. Дальше, дальше, ты сейчас не держи его. Не-не-не-не. Лёха, не-не, Лёха, не лежи, стрясуй его, стрясуй. И к нему разворачивайся. Работай ручками. Ниже, 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 ниже залазь, ниже. Его поясница, ниже спускайся. Контролируй руку, 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 полез за рукой, полез за рукой. Нет, Лёха, полез за рукой. Нет, нет, не дать, не дать, не дать, не дать, не дать. Не дать. Лёха, ниже сползи, ниже к нему сползи. Не лежи, не лежи. Отлично, всё, Лёха. На дистанции, на дистанции. Все четко, все четко, 3 минуты. Все нормально, все, подержи, восстанавливайся, держи на дистанции, бей, 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 держи дистанцию, бей. Вот, нет, блядь. Держи, Леха, до конца молодец. Вот, локти. Не выпустить отсюда, бей локтями в лицо, бей. Бей еще! Бей в лицо! В лицо бей! Давай! Три! Треугольник! Треугольник! Вставай! Вставай, Лёха! Вставай! 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 Выпрямуй ноги! Выпрямуй ноги! Выпрямуй ноги! Закрой ноги! Вот, вот! Отлично! Молодец! Все, отсюда зажал бит. Не отпускай руку, не отпускай. Не отпускай руку. Ногами в сторону головы заходи. Взял, не отпускать руку, молодец. Бей. Вот, отлично, до конца. До конца, отлично. Еще бей. И в голову бей тоже. Не отпускай руку, не отпускай, не отпускай, не отпускай. Да, 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 да. Бей, 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 бей. Вот, работай, молодец. Держи. Все, все, не отпускай. Да, взял. Взял крепко. Вот. Хорошо. Еще, вот, отлично. Отлично, отлично. Лікаря, будь ласка. Дякую.
Отакі навіть моменти бувають. Давайте підтримаємо наших бійців гучними оплесками. Що ж, пані та панове, на 3-й хвилині 14 секунд другого раунду технічним нокаутом перемогу здобуває Олексій Шарін, місто Харків. Алексей, поздравляю тебя с победой. Я понимаю, для тебя победа — это очень важно. У тебя яркие эмоции. Что можешь прямо сейчас сказать по поводу этого поединка? Здравствуйте, Львов. Очень такой приятный город. Спасибо моему сопернику, это в первую очередь. Я всегда как бы против хайпа. Мы должны уважать, ну, друг друга, потому что это такое тяжелое дело. Эту победу я хочу посвятить своему наставнику Артаку Назаряну. В этот непростой момент для его родины просто хочется сказать: Артак, братан, ты для нас делаешь огромное дело, береги себя, пожалуйста, за главное. И спасибо тебе за все. Это человек, который всегда готов отдать все до последнего, чтобы помочь другим. И ничего при этом никогда даже не, ну, не ждет, дед. Спасибо вам большое. Отличные слова. Я хотел бы пригласить микрофон бывшего чемпиона М1 Александра Бутенко. Да. И огромное спасибо моему секунданту Саше Бутенко. И, ну, мы еще есть парень-партнер. Будучи, ну, подростком, я смотрел бои по телевизору, восхищался. А теперь он плечом к плечу помогает готовиться к боям. Спасибо, Айва, друг. Саш, ты действительно легенда украинского ММА, не только украинского, а на СНГ просторах. Что можешь сказать по поводу этого турнира и выступления своих подопечных? Вот, Львов, привет, очень красивый город. По поводу WC, сам дрался 2 раза. У вас большое спасибо, что приглашали. Очень крутая организация. Это организация на данный момент номер 1 в Украине. В общем, здесь очень крутые бои. Кстати, впереди очень классные бойцы будут драться. Вот. И что, лига номер 1. И буду рад всегда приезжать. Сегодня я собираюсь секундировать. Но, может, в будущем еще. Мы сейчас контракт. Ну, возможно, еще тоже кто-нибудь вас выступит. И где ты сейчас смотришь это твое интервью, Михаил Катруцев? Михаил! Я понял. Александр Бутенко, Шарин Алексей, аплодисменты! Ваши умножки!